Ага, Елена Александровна Савинич, скажи, чего ты тут сдала? Чуть-чуть поверх, повыше. Ага. Что ты сдала не на днях? Защитила диссертацию. Так, защитила. Оценка 3. Отлично. Ну, путинская Еще стипендиатка за что? красный диплом. Еще не хватало тройки, да? Ну, еще у нас был экзамен из двух частей. Первый это за... Мы же получаем диплом преподаватель-исследователь. Вот, за преподавателя надо было написать рабочую программу. Я написала рабочую программу по дисциплине плодоводства. Ух ты. Отлично. Ну и за диссертацию тоже, за исследователя тоже отлично. Ох, и обмыть-то некогда. И сегодня уезжаешь. Да, ну еще через неделю приеду на 10 дней. Ладно, а пока давай о делах, так сказать, чисто простых садовых делах. Итак, у меня заплодоносила шелковица. Как правильное название шелковица? По-моему, так и правильно. Это народное, тутовое дерево. Точно. Так, идем сюда. Значит, я угостить не смогу. Все это угощение для птиц. Знаешь почему? Я нижние ветки отрезал, продавал, торговал. И смотри, что получилось. Ага, весь урожай Полезло теперь вверх, хинекроны. вверх. И весь уже там. Причем я хочу показать, что урожай-то не маленький. Вот, здесь пониже тоже, вот он же, но здесь мелкие и зеленые, еще долго ждать. Вот они, Ага, я сейчас тоже мелочь. сфотографирую. Видишь? А вот там уже желтые. Но еще не краснели. Когда покраснеют, их съедят птицы. Я вот сейчас прикидываю. Раз, два, три. 6 метров, 6,5, а может и 7. Короче, все достанется птицам. А мне что достается? Авторитет Хорошее впечатление. и владельца и как-то селекционера Единственного обладателя. самого единственного обладателя самой северной в мире шелковицы. А урожай-то какой, посмотри, все облеплено. Вот. Но он уже доживает свой век. Жаль, сейчас ничего не видно на этом солнце. Так, теперь это было по ходу. Что еще тут интересного? Сейчас сразу скажу. Зеленоватая. А? Зеленоватая. Такая зеленая, потому что в тени. Вот ее свойство. Почему она у меня урожайная? Сказать? Апрель спит, май спит. В конце мая появляются листики. Только в конце мая. Она самая поздняя. И получается, ее проносят заморозки. Прекрасно. Вот поэтому ты сейчас ну, ешь хоть зеленую, Я хочу несколько. хоть вкус почувствовать. Ну, скажем так, конечно, Вчера вкус тут немножко другой. было пожелтее, я их уже смолол. Хорошо. Я же с Украины. Вот. Так, с ней мы закончили. Это маленький отчет именно по шелковице. Теперь мы идем, знаешь, куда? В питомник. Потому что я хочу, чтобы у тебя был точно питомник, копия этого. Хорошая. Что, уже? Одна вот более-менее спелая попалась. Ну, бывает. А туда нам не попасть.